Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, ребята, идем мы, наверное, в ад, как я говорил. Но перед этим нам же, конечно же, нужно же сделать портал. А порталы я не знаю, где мы можем сделать. Давайте, в принципе, вот тут. Да твою же вот это... Так. Так, все. Делаем и тут портал. Капут, у нас уже 50 уровень. А это что сейчас за баганый зомби? Так. Портал, портал, портал. В принципе. Да. Ресурс. Ну, хватает нам вот этого. Как? Нет, не так. Да. Так. Вот так он. Отлично. Кремень. Есть ли он у нас? Да ты что, издеваешься? У нас нет кремня. В принципе, я его всегда выкидывал, поэтому, наверное, нет. Но он тут должен быть, но если тут нету, значит, 100% нету. Сейчас. Так он выпадает? Ну, по идее, да. Да ты чё, прикалывайся? Ну как у нас не может быть кремния? Вот, выпал наконец-то. И вот так, отлично. Есть у нас уже кремень. Так. Зажигалка. Делаем мы себе зажигалку. Сейчас. Вот это все. Мы сейчас вот сюда поскладываем. Так. Это вот сюда. Зажигалка. Да чё ты... Сейчас. Так. Зажигалочка. Вот, отлично. Ой. В принципе, идем мы сейчас подожжем. Ну, сделаем портал, да? Вот, отлично. Идем мы, ребята, в ад. Отлично. Телепортнулись. Воу. Так, все. Это что такое? Лава фо. Ладно. Так, тут мы сделаем waypoint на всякий случай. Ну, как бы, потом, чтобы потом вернуться, да? Вот это, ну что это за блоки? Чё это вообще такое? А, да у нас же сейчас, ребят, ух, дерево, офигеть. Дерево в аду. Мы же тут будем летать, да и все. Я надеюсь, можно. Ну, конечно, можно. Птица в аду. Ну какое-то адское дерево, походу. Это еще что такое? Blightberry Bush. Как... Ладно. Как, какие-то... Ух, крипер. Как его там? Да как его там называть? Какие-то ягоды, да? О, ребята, мы крепость нашли. А зачем мы сюда пришли за глустоном, да? Я что-то жизнь забыл как-то. Это что такое? Ух, не буду я их убивать, нафига. Так. Ух, какое дерево охрененное. Вверх головой растет. Это еще что такое? Я...
Облако какое-то. Cloud. Да, облако. Ладно. Так, это вот это что такое? Ух, твою ж мать, напугал. Не, у этих есть шапочки, но не будем мы их убивать, потому что все на нас сагрятся. Конечно, они нас, в принципе, и не достанут, да, так как мы летаем, но все же, нахрена. Так, вот сначала, конечно же, нужно... Так, глоустон, да, мы же сюда за глоустоном пришли, в принципе, нам только глоустон и нужен. А как он ломается? А, ну, в принципе, мы же летаем, поэтому он так, наверное, и ломается. Ну, как бы, не очень быстро. Походу. Ну, как бы это и так, да, немного читерское. Ну, не то, что читерское, но... Ух, твою ж... В том смысле, что... Что не нужно... Ух! Главное, не упасть. В том смысле, что не нужно строить вот эти мосты или... Ну, не мосты, как оно там? Ну, чтобы туда добираться, да? И, в принципе, это и так, конечно же, немного читерско. Ну, не то, что читерско, просто... Просто вот так, да? И, ну, в принципе, и так нормально. Сколько нам бы нам глоустона нужно? Глоустона, в принципе, вроде идет только один глоустон на один раркенди, как я помню. А, упал, ладно. И, в принципе... Ох! Ху, твою ж... И, в принципе... У нас уже сколько там? 31 раркенди, может быть. Ну, конечно, можно еще потом лампы сделать, еще что-то такое. Это уже такое. Если нечего уже будет делать, можно и так сказать. А по поводу вот этих... Раркенди, ну, в принципе, я думаю, хватит, конечно же, не будем мы собирать много штук, даже если потом пригодится больше, то как бы опять слетаем в ад, да, поэтому, в принципе, я так думаю, стак с полтора где-то, я думаю, и хватит. Сейчас мы это все соберем. И... Отлично. Так. Сколько у нас там? Ну, как раз где-то полтора стака. Skyberry Elite. Ладно. Что вообще? О, это что еще за звуки? Что за звуки? Так. Я, в принципе, я думаю, что уже хватит. Да хара уже выйти. Вот эти воют. Ну да, наверное. Так, сейчас, давайте покушаем. У нас же мечи на лутинг. Или это вот эти воют? У нас же как бы мечи на лутинг, да? Поэтому я так думаю, что... Да. Намного больше всего будет выпадать. Воу, 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 воу! Лагучий... Или что это? Так. Как, о, как раз там есть и сушители. Давай-ка, идите вы вот сюда, чтобы вы не попадали. Отлично. Это еще, ладно. Мечи. Ну, мечи нам, в принципе, не нужны. Ихние. Лучше бы вы головы свои дали, да и все. Чтобы потом сделать вашего босса, да? Так, вот, еще и тут. Ух, шапочка. Ну, эта вот шапочка у нас уже есть, как я помню. Ну да чё вы туда забираетесь? Нет, нифига с вас не выпадает. Свиньи. Ладно, свиней мы трогать не будем. Тут ничего. Тут тоже ничего. В
принципе, дальше там тоже нифига нету. И, в принципе, вот что я думаю, сейчас мы, наверное, вот этих поубиваем, блейзов или как они там, чтобы просто у нас были вот эти ихние штуки, да, палочки, чтобы потом... Может, это еще кто? А, это шапка такая, охренеть. Чтобы... Да харе! Чтобы потом просто-напросто, ребята, еще, может, глаза эндеров найдем, и чтобы просто сделать себе, ну, как бы, те глаза, да? Так. 10 штук уже есть, уже нормально. Так. Ну, конечно, с этих так все просто выпадать не будет. Нахарай, кто там? Так, вот эти спаунеры. Не будем ломать спаунеры. Пускай оно тут будет. Так. А миссушители есть еще? Хотя бы парочку. Вот. Один. Нет, головы с них, конечно, понятно, что так просто выпадать не будут, но, в принципе, могли бы хотя бы одна выпасть. У нас же на лутинг есть, да, есть лутинг 3, 3, поэтому, в принципе, фиг его знает. Так, ну, больше тут их нету, как я понял, да? Где ты? Так, и, ну, я думаю, что уже, наверное, можно возвращаться. Больше мы тут ничего нам, я так думаю, не нужно. В принципе, есть у нас уже глоустона. Чуть-чуть так, да. И больше нам, я так думаю... О, офигеть, залез так в лаву. Я так думаю, что на данный момент, в принципе, нам больше нифига не нужно. Если что, потом... Потом вернемся за иссушителями. Но я так думаю, что, в принципе, они нам действительно и так не нужны. Ну, есть у нас же уже есть звезда ада, да? И, в принципе, и, наверное, вот того босса только из-за нее и убивают. Ну, как бы из-за нее только и убивают, да? И поэтому, ребята, я так думаю, давайте уже на этом сейчас будем вертаться домой. Больше тут в аду ничего такого нету, да? Вот эти клубника или, ну, как бы черника, или что это ихнее. A little bit evil killing. То есть тебе дается отравление, но в то же время тебе дается и восстановление. Это что-то как-то сделано. Ну, ладно. Так, сейчас. Ух, Бейнов. Ладно. Это выкинем. Да, в принципе, это тоже. Это нам тоже не нужно. Так, все, отлично. И, ребята, возвращаемся. Идем мы домой. Так, ребята, и, в принципе, сейчас я так думаю, что... можно уже себе, наверное, сделать раркенди. Хотя не сделаем мы, наверное. Вот тут есть тростник, будем мы понемногу его выращивать, да. Где-то мы сейчас его посадим, чтобы далеко от него не бегать. Сейчас. Потом я его, короче, посажу, ребята. В принципе, сейчас... это кто еще там орёт? Ух, твою ж. Ну, нужно их убивать, вот этих.
Так. Ну идите вы сюда. Вот сложно их убивать. Они тпхаются сразу. Так, о, новая шапочка. Или она уже у нас... Нет, она уже у нас есть. Так. Да. Так, вот это сейчас мы все поставим в сундуки. Так, это вот... Да... Так, это вот сюда. А, тут уже и места нету. Чтобы отсюда выкинуть. Вот это можно. И это. Так. И вот так. Отлично. В принципе, ребята, сейчас я вот это выкину. Так. И, ребята, я так думаю, на этом уже можно закончить эту серию. В следующей серии мы, наверное, пойдем в какое-то другое измерение, где есть боссы. Ребята, а где вообще вот самый главный босс Годзилла находится? Вот это я, если честно, даже не знаю. Кто-то говорил, что в том измерении, где... в каком измерении? И в каком измерении? А, вроде измерение роботов, да? Кто-то говорил, что он вот там находится, хотя фиг его знает. Ох. Хе. Так. Босс. Да. Так. Сейчас. И, в принципе, все, ребята. Давайте на этом уже заканчиваем эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.